Друзья мои друзья, всем доброго утра, А точнее, подруги, вот это видео обращено больше к вам, именно так, к подругам. Ну почему? Потому что наверняка вы подвергаетесь точно таким же массовым атакам женихов, да, вот с этой самой нашей Средней Азии, точно так же, как и я, да, которые бесконечно вам пишут и желают с вами поближе познакомиться, заваливают вас картинками с розами, ну и так далее, так просят ваш номер телефона. Ну, вообще, абсолютно нацелены на вас жениться, да. Ну вот, и вот не успела я сегодня проснуться, пошла приобрести некоторое количество покупок, сделать несколько покупок в магазине. И вот на меня сегодня обрушился шквал, не поверите, шквал сегодня вот этих предложений, познакомиться поближе. Один Умарбек, другой Фаршит, Рахат, Лукум и так далее, Вот я думаю, что нужно всем им записать какое-то такое видео. Записала пока только одному, но нужно, наверное, записать вот для всех, понятно. Но, здесь вот проблема. Я не уверена, что они хорошо понимают русский язык. И не уверена, что они понимают все, что я им могу сказать. Да, поэтому вот здесь могут возникнуть трудности. Однако. Вот, и вам точно так же рекомендую поступать, да, если вы немножечко устали от этого, сделайте из этого вот этого приключения, вот этого знакомства с этими рахатами лукумами, да, вот такое небольшое приключение веселое, да. Ну, надо признаться, что из всех, кому был предложен этот список, вот этот вот список вот этих параметров, знаете, никто не пошел из них дальше. Ну, я не знаю, то ли у них нет, то ли они не владельцы трехкомнатных квартир на Невском проспекте, то ли зовут их не Владимир Владимирович Путин. Ну, не совсем я понимаю, почему. То ли я, может быть, совсем не такая красавица после этого списка сразу становлюсь. Ну, однако, как-то пыл у них иссякает сразу же, Ну и всем хорошего дня. Да, нужно выбрать. Какую-нибудь вкусную булочку. Вот такую выберу булочку. Уже вы думали, друзья мои, Умарбек не хочет угомониться, вот не успокаивает его даже уже видео мое, не вот это вот мое обращение. Пытается назначить мне встречи, пишет и пытается убедить меня в том, что он Владимир Владимирович Путин. Именно так, да, именно так. Ну, в общем, веселый мужчина попался. Веселый. Так что я думаю, предстоит мне сегодня повеселиться в славу. Да, повеселиться в славу. Так, ну что, все взяли. Завтрак будет прекрасный.